Я был, как любой московский школьник, учился в школе, был атеистом, потому что нас так учили. Никто о Боге нам ничего не рассказывал. Ну, а поскольку семья, в которой я жил, состояла из матери еще одного брата, семья была небогатая. И поэтому концы с концами еле сводили. Тяжелее всего было, конечно, матери, потому что за всех отвечала. И, видимо, невзгоды ее каким-то образом привели к храму. Ну, а куда мама, туда и дети. Когда мама стала водить нас в храм, разговаривать о Божественном, нам было очень просто невмоготу, особенно мне. Я был непоседливый и, к тому же, совершенно неверующий. Но меня привлекло в храме то, что там люди оказались очень добрыми, великодушными и бескорыстными. Потому что в мире такого найти сложно, особенно в мире неверующим. А когда человек встречается с добротой и с бескорыстием, он не может к этому относиться просто так равнодушно. И я тогда понял, что, видимо, люди, которые добрые и бескорыстные, и верующие, они что-то действительно знают. Видимо, это не просто так. Но наступило время, когда я был призван в армию. И вот, как ни странно, именно армейские условия помогли моей вере укрепиться. В армии, сами знаете, ни сахар, ни сладко. Там молодой человек полностью предоставлен сам себе. Научится жить в коллективе, значит, выживет. Не научится, значит, могут быть всякие печальные случаи. И я заметил, что в армии человек хороший становится еще лучше, а плохой может стать еще дурнее. Армия, она кристаллизует то, что есть в человеке. И когда мне было особенно туго, я начал молиться Богу серьезно и просил не о том, чтобы Господь меня избавил от этих трудностей, а чтобы помог достойно это перенести. И таким образом из армии я пошел уже почти сложившимся верующим человеком. Ну а поскольку возле Москвы есть Троица Сергиева Лавра, там прекрасные монахи, духовники очень хорошие, и вся наша жизнь стала как бы проходить под духовным руководством. И с тех пор все, что мы не предпринимали серьезно в нашей жизни, мы на это брали благословение, или наш духовник, наш семейный, нам благословлял делать то или другое. И, в общем-то, с Божьей помощью все как-то хорошо оканчивалось. Я действительно не хотел поступать в семинарию, было время. Но духовник настоял. Я об этом нисколько не жалею. Я вначале не хотел идти в монастырь. Я думал иметь семью, быть просто верующим православным христианином. А потом постепенно Господь так все развернул, что оказался в том сане, в котором сейчас нахожусь. И совершенно не жалею. Потому что духовная жизнь, когда человек пытается жить духовной жизнью, она дает человеку такое наполнение, такое осмысление, такое сознание того, что все, что происходит, приводит к одной цели и наполняет всю жизнь смыслом. Человек, который живет по тем законам, по которым он создан, он действительно может становиться и становится счастливым человеком. Потому что если мы возьмем любую вещь, прибор, и попытаемся заставить его работать не в тех, как бы, параметрах, на которые он рассчитан, он разладится и перестанет просто работать. К сожалению, большинство людей именно так и живет. А если мы жили так, как нам заповедано нашим Творцом, то есть пытаться жить по заповедям, пытаться жить, стараясь любить ближних, любить Бога, то, конечно, это те самые параметры, по которым мы с вами устроены и которые заданы нам Богом. Если мы себя под эти параметры подводим, то наш организм духовный, телесный, конечно, начинает работать правильно, хорошо. Вся почти моя жизнь, когда стал священником, прошла в командировках. Я служил на Камчатке, служил в Косово и бывал в разных местах. Косово, это сейчас все знают, наш российский контингент выполнял свой братский долг к нашему собрату, сербскому православному народу. Что интересно, сербы все почти оттуда выехали, а ведь эта древняя православная земля называется Косово и Метохия, то есть это как бы усадьба церкви. Это прекрасная плодородная равнина, окруженная кольцом гор. И вот там, где начинаются горы, вот в этих местах разбросаны монастыри древние. Место, конечно, очень проблемное, там льется кровь, зажимает сербский православный народ. Но в монастырях жизнь из-за этих три волнений стала еще более оживленной, еще более богатой. Те сербы, которые хотят духовной жизни, стали приезжать из самой Сербии в Косово
и селиться в этих монастырях, становиться насильниками, как мужчин, так и женщин. Особенно мужское население увеличилось в монастырях. То есть народ бедствует, а духовная жизнь начинает процветать. Это удивительный феномен косовской земли. Сербия наследовала культуру и духовность России после гражданской Первой мировой войны. И сейчас эта цепь, она преемство сохранилась. Вы представляете, какая непрекращающаяся православная духовная традиция у них там. Я там убедился, что, оказывается, армия – это элита нашего общества. Это люди, у которых существуют принципы, которые любят свою родину, и они тоже служат. Чем отличаются служащие от рабочего? У рабочего время работы от 8 до 5, допустим. Потом он живет личной жизнью. У служащего нет личного времени. Вся его время посвящено выполнению долга своего перед родиной. В этом плане мы как бы коллеги, священники, военные. Служить было нелегко. Потому что не знаешь местного языка, к тому же кругом албанцы. Большинство все-таки офицеров, хоть они люди-то особенные, выдающиеся, но в наше время они не научены духовной жизни. Однако у меня была группа людей, которая постоянно ходила ко мне в храм, помимо своей службы. Они вместе со мною выучили богослужение, читали. И даже пели на клиросе. И мне больше всего понравилось, когда я уезжал на время в Москву или куда-то еще из расположения. Мои офицеры без меня утром и вечером совершали богослужение. Какие ответственные люди. Я просто поражался. И у меня было человек 6 или 7 таких, которые утром и вечером в любую погоду приходили в палатку и мы вместе служили. И мне кажется, из них могли бы даже получиться хорошие священники. Они сейчас уже имеют достаточно крепкий стержень в себе. И я знаю, что в жизни они уже не потеряются. Они, ходя в храм, научились, что проблемы жизненные – это еще не самое страшное в жизни. Есть более страшные вещи. Вот. И на фоне тех более страшных вещей, о которых мы с вами знаем, ничего не может быть страшнее грехов и вечной погибели. Земные проблемы уходят немножечко на второй план. А раз так, то уже легче жить. И человек приучается выполнять в жизни все-таки самое главное – и умеет распределять приоритеты жизни. Потому что люди, которые не есть верующие, они свои личные проблемы или какие-то некоторые проблемы, им кажется, что они застилают весь небосклон, весь горизонт. Но это неправда. Это не так страшно. Все проходит. Время все лечит. И Господь дает столько времени и столько возможностей нам для исправления. А мы об этом просто забываем. Начинаем унывать, отчаиваться. А вера как раз дает человеку то, что он имеет надежду, имеет в себе крепость, вот, все это переносить довольно легко и даже весело. Я много где был, я почти всю нашу страну Россию объездил и страны ближнего зарубежья. Как-то в 95 году я был в Средней Азии. Я зашел в Бишкек, там храм православный, потому что я стараюсь посещать все святые места, где я нахожусь, где я бываю. И меня удивило, что храм битком набит православным людом. И я спросил прихожан, а, наверное, когда еще жили все в одной стране, народу было, наверное, еще больше в храме, чем сейчас. Ведь многие выехали. Мне ответили, нет, столько же народу было, как и раньше. Вернее, сейчас столько же народу, как и раньше. А говорю, а чем это объяснить? Ведь все же выехали почти. Там осталось, ну, может, 20% или сколько-то. А дело в том, что, оказывается, все русские, которые остались, все сразу пошли в храм. Коммунисты, не коммунисты, все до одного. Потому что это место для общения между русскими людьми. Для меня это было отрадно. То есть феномен как в Косово получается. Там укрепление духовной жизни в монастырях и в Средней Азии то же самое. Укрепление духовной жизни, несмотря на то, что русское население уменьшается очень сильно. Оказывается, чем нам тяжелее, тем духовность наша выше. Это есть такое, видимо, вообще даже догмат такой.